Проблемы сохранения исторической памяти у молодого поколения на примере общины армян Бананса. Идеологическое воспитание современной молодежи находится не на должном уровне. Одним из эффективных способов изменения неблагоприятной ситуации является духовное образование и, в частности, обращение к исторической памяти, обеспечивающей связь времен и поколений, преемственность, что является основой правильной ориентации в будущем. Основополагающим принципом является разработка принципов создания на основе исторической памяти молодежной структуры ГАРДМА. Цель создания этой структуры – объединение разбросанной по всему миру ГАРДМАНа армянской молодежи во имя защиты их интересов. Господь, послушай, обездоленный скиталец взывает к тебе, не подвергай нас испытаниям на чужом пороге, чужим хлебом, долго не оставляй мне нашей священной земли. Открой, Господи, держи для нас всегда открытыми все пути к Родине и приблизь, Господи, ускори счастливый день нашего возвращения. Аминь. Горегин нужды. Мы воспитываем молодых в распутстве и называем это прогрессивным воспитанием. Мы издеваемся над духовным наследием предков и называем это просветительством. Мы забываем о погибших защитниках Родины, живыми пренебрегаем, измываемся над традициями, низводя национальные ценности до уровня хаша, бастурмы и женгялов-хаца. Александр Арутюнян, национальное телевидение Армении, заявляет, что телевидение – это не средство воспитания, а бизнес-развлечений. Лжет, ибо телевидение – сверхмощное массовое средство психологического воздействия, отрывающего молодежи от духовности, источников знаний, превращая их в готовых к глобализации зомби. Основной мишенью растления и дебилизации являются несовершеннолетние. Ведь мозг юного организма в результате морально-психологического возрастного иммунодефицита беззащитен перед духовной заразой. Телеканалы демонстрируют привлекательность пороков, способы их средства грехопадения. Злоупотребляя восторженностью и безоглядной преданностью этих взрывных, бестормозных юнцов, соблазняя должностями, заменяют ими зрелых опытных специалистов, нарушая при этом естественную смену поколений. Невежественную сверхактивность молодых сатанист-гроссмейстер направляет на развал страны. Молодежь – будущее страны. Молодежи следует познать свой род, историю своей нации, оценить вечное и выкинуть из головы бренное. И без того очень сильный целевой урон был нанесен нашему генофонду России и США. За 3 года после развала СССР в России были заключены в тюрьмы по обвинению в экономических преступлениях 50 тысяч, а в США 27 тысяч молодых инициативных перспективных армян. Молодому поколению надо побудить восприятие себя не в свете собственного воображения, а в соответствии с действительностью. Уверовать в то, что его народ, если и не превосходит всех по своим достоинствам, то уж точно никому не уступает, и перестать недооценивать себя и превзносить других. Наша первостепенная задача – разбудить и воспитать историческую память молодого поколения. Историческая память молодого поколения – сложное и многогранное духовное образование, обеспечивающее связь времен и поколений, преемственность, что представляет собой основу для правильной ориентации в будущем. Сформированная историческая память молодежи в современных условиях становится важным гражданским качеством, благодаря которому молодое поколение может разумно существовать в условиях выбора ответственности и свободы. Процесс гражданско-патриотического воспитания молодежи будет наиболее эффективным, если он будет основываться на знании истории своей родины, предков. Главным смыслом исторической памяти молодежи является актуализация исторического опыта в культуре и повседневности.
Историческая память не просто канал передачи сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида. Таким образом, память представляет собой основу совести, нравственности и культуры. Поэтому хранение и заботливое оберегание исторической и культурной памяти является нравственным долгом современников. Молодежь важно воспитывать в моральном климате исторической, культурной, семейной памяти в уважении к традициям предков. Полагаю, с интервью Лоренса Аравийского под названием «Эти невыносимые армяне» следует ознакомить всю нашу молодежь. Определенный специальный курс провести, чтобы молодежь поняла, что внутреннюю силу имеет армянская нация, чтобы она знала, что думают о них сильные мира сего и какие козни замышляются против них, ибо предупрежден, значит вооружен. Наша историческая память, наши знания об истории ограничиваются событиями, происшедшими при нашей жизни и рассказами наших стариков. Может, наше желание забыть прошлое объясняется именно геноцидом, вопрошает турецкий писатель Танар Акчам, возмущаясь при этом попыткам некоторых лжеисториков исказить историю, придать забвению геноцид, превращая свой собственный народ в общество без прошлого. Наша же генетическая память не дает нам покоя, ибо ползучий геноцид не закончился истреблением 1,5 миллиона армян в Турции, а продолжился в Азербайджане в 1918, 19, 20, 88, 94 годах и имеет место по сегодняшний день, унося жизни защитников нашего Отечества. Об этом свидетельствуют десятки телеграмм, устных рассказов пострадавших, письма, заключения о погромах и резне армян, в том числе и из Бананца. Среди прочих описан случай убийства жителя села Баян-Пастуха Саркиса Бадалянца, сына которого, 10-летнего Айко, бросили вниз головой в колодезную яму, из которого ему удалось выкарабкаться лишь к утру. Шушинская резня 1920 года дала новый толчок продолжающимся в провинциях Азербайджана населениям, направив их в сторону поголовного уничтожения армянского населения. Велика заслуга анархиста Серго Теряна Сергея Арутюновича, который со всей своей группой всегда стоял на страже армянских сел близ своего родного Бананца. Впоследствии он был задушен мусаватистами в тюрьме города Баку, куда был брошен за убийство турецкого паши, известного своей жестокостью по отношению к армянам. Вооруженные столкновения между закавказскими татарами, как тогда называли азербайджанцев, и коренными жителями Гартмана, армянами, прославили бывшего полковника царской армии Егора Теравикяна, впоследствии известного деятеля фидаинского движения Гартмана Бананц, благодаря которому армяно-населенные села были спасены от турецких головорезов во главе с Нури-пашой в 1918 году. В 1920 году усилиями того же Теравитекяна был подавлен мятеж турко-мусаватистов в Ганзаке. Генетическая память гартманца не погаснет никогда. Как можно из исторической памяти гартманца выпить Геташен, Арцвашен, Мартунашен, Восканапат, Бананц, Хачапкап, Каргат, Пи, Киран, Арганист, современный чёрт, Иванян, Чардахлу, Нузгер, Барун, Гарнакер и другие. Наглядным примером этого может служить удивительная по своей патриотичности и кропотливости работа Мнацаканяна, который в 1993 году на чужбине по памяти нарисовал каждый дом своей родной деревни Восканапат, создав карту длиною в 5 метров и шириной 50 сантиметров и подарил полотно своим землякам.
2010 году была начата работа по разработке принципов создания молодежной структуры Гартмана на основе исторической памяти. Целью создания этой структуры является объединение разбросанной по всему миру Гартмана армянской молодежи во имя защиты ее интересов. Каждый член этой структуры должен иметь решительность и волю, направленные на реализацию программных задач во имя общего блага. Наивысшей целью членов молодежной структуры «Гартман» будет овладение армянским «Гартманом» и перезаселение ею «Гартмана армянства». «Гартман» и армянство, являясь коренным населением «Гартмана», было носителем, изгнана правительством Советского Азербайджана и оказалась в состоянии духовно-культурного кризиса. Лишившись родины и непосредственной связи друг с другом, гартмана армянство стало более уязвимым в этнокультурном плане. И для того, чтобы перебороть исторически сложившиеся губительные тенденции, вернуть молодежь к своим истокам, необходимо организовать обучение молодежи на соответствующих курсах, в том числе посредством паломнических поездок, посещением музеев и походов к исторически-культурным памятникам. На сегодняшний день мы имеем так называемую общеармянскую декларацию, принятую в преддверии столетия геноцида, которая оказалась недейственной, так как охватывает только исторический аспект армяно-турецких отношений и не соответствует девизу «Помним и требуем», призванному отразить и проблему геноцидальной политики Азербайджана. Вся надежда на молодежь, знающую историю своей нации и воспитанную в духе патриотизма, способную разработать новую декларацию, в полной мере соответствующей указанному девизу. В ней должно быть видно лицо палача, слышны крики миллионов жертв, чувствоваться боль и ярость живых, их воля и решимость вернуть родину. Правовой пакет, охватывающий все аспекты геноцида и его последствия, а также наши требования, должны быть разработаны и приняты властями, положен в основу внешней политики и передан международным правомочным организациям.